It was a terrible blizzard with snow and ice. And then nothing. My memory's all mixed up. Hang on! Tuk Tuk! Goodbye, Kate Walker. Fine. No time to lose. I don't believe it. Go quickly. There! Captain! You're one of the very last representatives of a world that is fast disappearing, Miss Walker. That no one will miss. There's no way I'm going back. Добро пожаловать на канал Джей Смайл, меня зовут Сергей. Сегодня у нас на поиске дня игра Сибирия 3, вышедшая буквально вчера для меня. Игра от Бенуа Сакаля, компания Microids, игра выполнена на Unity. Блин, это музыка в ушах, не дает сосредоточиться. И локализаторы в России у нас являются компания Бука. Я уже думаю, даже не существует. Нафиг будем страдать. Да. Буду мучиться, буду сидеть за кадром, чтобы это выглядело, что я не так сильно туплю. Но я хочу полноту ощущения ощутить от новой игры, которую ждали мы 13 лет. Загрузка. Ну, давай. Грузись, дорогой. Три месяца назад кочевники нашли ее умирающей в Северной Сибири. Уокер. Кейт Уокер. Родилась в Нью-Йорке, США. У нее с собой был американский паспорт.
С прошлой недели она в клинике. Она поправляется. Ей уже лучше. Вы уверены, доктор Ефимова? Задержите ее там до нашего прибытия. Я сделаю все, что могу. Можете рассчитывать на меня, полковник. Сама игра лучше смотрится, чем кат-сцены. Как скиннинг там меняться у персонажа. Голова. Привет, Кейт Уокер. Кто ты? Не, ну вообще, поздороваться надо сперва. Привет. Меня зовут Курк, Кейт Уокер. Курк из племени Юколов. Ты помнишь Юколов? Ну а как же. А где мы? Я плохо помню. Была жуткая буря, снег, лед. И пустота. Мы в клинике доктора Замятина в городе Вальсимбор. Как я тут оказалась? Мы, Юколы, переходим со своими снежными страусами в священные земли. Это долгий путь. Особенный. Месяц назад мы нашли тебя полумертвой на берегу реки. Мы подобрали тебя и слегка подлечили. Потом мы продолжили свой путь. Сейчас мы оба находимся здесь для того, чтобы поправиться. Поправиться? Думаю, ты не поправишь. Так просто. Почему-то в больнице. Что случилось, мне интересно? Ты потерял ногу. Это несчастный случай. Знаешь, кочевников не все любят. Но ты за меня не волнуйся. Доктор Замятин попросил мастера из Вальсимбора сделать мне новую ногу. Он наденет ее на меня. Считай, словно новая нога вырастет. Прикольно. Почему ты привязан к этой койке? Это мадам Ольга, помощница доктора Замятина, решила. Она говорит, что я беспокойный, и это единственный способ меня лечить. Видимо, чтобы сделать ногу, нужно много времени. Между тем, мои люди без проводника и ждут меня со стадом, чтобы продолжить путь. Что-то бред какой-то, на самом деле. Тебя, мне кажется, обманывают. Ну, давайте купим. Знакомые Юколы хуже говорили на моем языке. Впечатляет. В нашу деревню иногда заходили проповедники и торговцы. Они и научили. Я очень быстро учусь, Кейт Уокер. Без этого никуда, ведь мне предстоит вести свой народ. Не хочу обидеть, но не слишком ли ты молод для этого? Духи не принимают во внимание возраст, когда выбирают вождя Юколом. И духи очень мудры. Они не ошибаются, когда выбирают того, кто поведет наш народ в священном переходе. Ну, расскажи мне про переход. Зачем Юколы совершают переход? Мой народ неотделим от снежных страусов, Кейт Уокер. Их шерсть защищает нас от холода, их навоз удобряет наши грядки, их мясо кормит нас. Еще мы возим на них грузы и ездим верхом. Поэтому мы должны следовать за ними. А они идут из-за погоды? Ну, Кейт Уокер, они идут в священные земли для размножения. Такое происходит лишь несколько раз за сотню лет. Редко какой Юкол может похвастать тем, что за всю свою жизнь был более чем в трех таких переходах. Ну да, сотни лет как-никак. Ну, давай уж послушаем все. Извини, но спрошу. Твоя нога. Что случилось? Солдаты бомбили путь, по которому мы шли с караваном. Просто так. Чтобы напугать нас и заставить вернуться. А я был близко к месту взрыва. Кусок камня. Вот так. Хочешь сказать, власти сделали это нарочно? Как так? Они считают, что миграция снежных страусов пережиток прошлого. И племя должно, наконец, осесть. Но этого никогда не будет, Кейт Уокер.
Мы не пойдем против духов. А духов Юколы боятся куда больше, чем солдат. Что же, Курк, была рада познакомиться. Надо, наверное, сказать теперь персоналу, что я очнулась. У меня все хорошо, и мне незачем здесь оставаться. Конечно, Кейт Уокер. Во дворе наверняка кто-нибудь будет. Может, и мадам Ольга. Ну, интересно, а вот мне интересно, как это играть на геймпаде. Это, я считаю, не очень удобно. Во-вторых, мне интересно, кому могли не понравиться переходы, извиняюсь, с этими снежными страусами, раз, извиняюсь, в полвека, кому они могли навредить? И какие из них кочевники, если они... Вот эта миграция у них происходит раз, блин, в полвека практически. Не считаю это. Ну хорошо, с тобой мы поговорили, как у нас здесь происходит перемещение, инвентарь и все остальное. А, на ВСД перемещаться. Ой, я чувствую проблемы. Так, еще и застревать решила. Блин, я не знаю, куда я иду. Давай сюда. Может, его покормим? У нас есть. Что это за кнопочка? Блин, что, неужели на геймпад пересесть? Вот. Есть тут кто-нибудь? Вряд ли тебя кто-то слышал, Кейт Уокер. Попробуй нажать на кнопку звонка возле двери. Хорошо. Ой, там еще какие-то режимы звонка. Посмотрим. О, можно... А можно повернуться? Да нет, нет. Слушайте, мне походу придется на геймпад. Крепко прикручено. А там с той стороны бумажка была. Нет. Не работает, Курк. Какая драма. Я видел, как им недавно пользовались сотрудники клиники. Осмотри механизм, Кейт Уокер. Может, ты его починишь? Да, первым делом в больнице я начну лазить в это... Воу. О, вот так. Ну, открутить... На этой схеме показано, как включить звонок. Но я ничего не смогу сделать, пока его не вскрою. Осмотри комнату. Уверен, ты найдешь что-нибудь, чем его можно вскрыть. Да, вон сколько шестеренок. Какой полезный чувачок. Да, я к этому перемещению буду привыкать. Уж лучше бы мышкой. Во. Среди лекарств отвертки нет. Должна признаться, это утешает. Я с тобой согласен. Так. Мусорка. А как мне вот сюда подойти? Ну ладно, давай пойдем дальше. Что у тебя за механическое сердце? Ладно. Пуска такая прикольная. Швабра, ведро, сундук. Окей. Пожалуйста. Кстати, вот мне в первой части озвучка больше нравилась, а второй мне она что-то вообще не понравилась. О! Внутри будет отвертка, да? Ножик. Вот это должно помочь. Попробуй с его помощью починить звонок. Скорее расковырять? Ну ладно, попробую. Так. А как инвентарь открыть, а? Кто мне расскажет? Давайте колесиком попробуем. Это получается. А вот, нажать на колесико. Инвентарь, сердце, постер. Это не очень удобно на мышке на самом деле. А, мне еще и крутить нужно. Ну это классно сделано, конечно, но мне не нравится. И как мне это крутить? Смотрите, сколько теней от ножа. Ломайся, блин. Нет, это идиотизм. Я сейчас еще закручивать начну. О, все, я понял. Посмотрим, смогу ли я починить механизм. Какой не знаю, что механизм делать. Может помочь та схема, которую ты заметила раньше. А может зелененький вставить? Ух ты.
Я просто электрик от бога. Закрываем. Ну и чё, как закрыть? Зачем мне это делать? Да ё-моё. Сейчас я натыкаю здесь. Как закрыть? Расскажите, пожалуйста. Да, к этому управлению привыкать нужно. А, вот. Фига себе. Подсветочка. Наконец-то. Так, осталось найти начальство. Молодец, Кейт Уокер. А я немного отдохну. Постарайся перед уходом зайти и попрощаться. Дайте с собой возьму наверняка. Прикольный пацанчик. О, дурка родная. Это точно не Канзас достижение. Еще бы. В Канзасе было поприятнее, наверное. Давайте посмотрим соседнюю палату. Давай тогда. Первого, кого мы увидели, это у грустного человека. Свет, ветер, жар. Я все еще это чувствую. Мне каждую ночь это снится. Снится или ты это чувствуешь? Ну, раз чувствуешь, значит ты живой. Это хорошо. Это главное. Петь. Ё. Попугайчики. Мужчина, расскажите мне. Какие красивые птицы в вольере. Матушка была бы рада. Она так любит птиц. Всегда любила. И всегда будет. Ну ладно. Ну еще бы их пускали к механическим птицам. А, это, короче, помимо сестренка это взаимодействие. Блин, я сделал бы игру потише, а тут чересчур громко. Нет, у меня еще звуковые эффекты. Вот как-то так. Потому что их всех слышно хорошо, но музыка чересчур громкая. Только что анимация сломалась. И Кит. Кит, где ты там застряла? Я могу ускориться? О, на shift можно ускориться. Все. Я рад. Что за бумажка? Мужчина, вам плохо? Я пытался. Пытался сказать, что мне уже лучше. Но они не слушали. Нам потому что надо было спокойно пить таблетки. Может быть, тебя отпустили бы. Ё-моё, как у тебя анимация-то ломается, Кейт, дорогая? Ну, точнее, чересчур ускоряется. Так, господа, а вы кто? Чем вас тут кормят? О, явно шахмат. И может плохо. А, нет. Нет, привет. Хорошо. А вы, собственно, кто, мисс? Хамло. Да. С кем имею честь? Я Кейт. Кейт Уокер. Кейт? Кейт Уокер. Вы явно не местная. Да. И как же вы сюда попали, Кейт, Кейт Уокер? Меня принесли Юколы. Юколы. Курокрады. Отребье слабоумное, чума Вальсембора. Да, теперь они и нам решили подгадить. Вы говорите о курке, да? Мы уже 20 лет в этой клинике. С тех пор, как вернулись из Баранура. Слушайте, тут ведь всегда была первоклассная больница. Мы очень разочарованы, что мадам Ольга теперь пускает сюда этих дегенератов с севера. Хватит, Антон, хватит. Мадам Ольга знает, что делает. Видимо, у нее есть причины пускать сюда этих грязных карликов.
Но, судя по вашим лицам, вам не помогла эта высококлассная клиника. Давайте, что 20 лет? Я не понимаю, что это значит? Вы тут правда целых 20 лет? Темно. Да. Нас с друзьями оставили для обследования после той чертовой работы в Барануре. Мы с Леоном тут чуть ли не последние. И особо не знаем, что случилось с другими. Должен сказать, там некоторые совсем плохи были. Ребятам крепко досталось. К счастью, мадам Ольга о нас хорошо заботится. Нас прямо окружили заботой. Да, она о нас хорошо заботится. Настоящая леди, я вам скажу. Жить анимация у них, конечно. Баранор, да мне не интересно про Баранор. Вы не подскажете мне, где здесь выход? Вон там. Но уйти не получится, пока не побеседуете с доктором Мангерингом. Да, он решает, здорово вы или нет. Хорошо, пока все. Тогда я вас покину. До свидания. До встречи, Кейт Уокер. Да, до встречи. Да, я забыл, они же больные, че я за них переживаю. Интересно, что это за ключик у тебя на шее, дружок? Наверное, от вольера с птицами. Кто это? Доктор Мангелинг. Хорошо, нам сюда. Здравствуйте, санитары. Не проводите девушку в ее спальню? Привыкайте к этому месту. Думаю, вы еще побудете с нами. Это печально. Так вы проснулись? А доктор Ольга знает? Не знает. И она подождет, пожалуй. О, ой, боже мой. Никита, иди охлади чувак голову в фонтане. Может, болеть перестанет. Ребята, этот раз. Что с вами? Это необычная головная боль. Тут как будто гвоздей в череп насыпали. Ну, я думаю, да, это близко. Да, серьезно. Ты говорил с мадам Ольгой или доктором Мангерингом? Нет. Может, потому что это они мне гвозди в голову и засыпают, пока я сплю. Гвоздь за гвоздем через ноздри, как я и говорил тебе. Неправда. Доктора лишь хотят, чтобы мы поправились. Попозже сходим, посмотрим птиц в вольере. Ты тогда сразу успокоишься. Это самое то, когда в черепе гвозди. Ну, понимаешь, ему наверняка хуже, так как у него уже до головы добралось. Ты чуть типа адекватный частично, но тупой. Но с вами явно что-то не так. А у тебя что, с руками проблемы? Что у тебя там? Или ты шапку... А, текстура. А, я понял, давай еще раз. Взрыв издевательского смеха. Ой, ну ладно. Я согласен. О, кустики. Кое-кому следовало бы поговорить с ремонтниками. А что там? Кое-кому следовало бы поговорить с ремонтниками. Кейт, я здесь вижу только куст. Причем здесь ремонтники? Может, ты мне расскажешь? Что-то меня начинает это все пугать. Ты тоже видела мамонтов? Скажи персоналу, они тогда мне поверят. А драконов тоже видела? Ну, по крайней мере, во снах так точно. Насчет драконов. А мамонтов не, не видел. Не видела. Ладно, войдем в образ. Доктор. Ты, ё-моё. Доктор зло. И какое-то маленькое сердце было у нашего робота. А, вы проснулись, номер 10. Автомата, точнее, да, он же. Чем могу помочь? Думаю, что я уже здорова и хотела бы уйти. Учитывая ваше состояние, этот вывод кажется мне преждевременным и даже неразумным. Номер 10. Номер 10, хамло. У меня есть имя, говнюк. Я вам не номер. Меня зовут Кейт Уокер. Обращайтесь ко мне по имени, доктор. Вот и превосходный пример. Ваша агрессивность. Боюсь, это может быть тяжелый посттравматический синдром. Вы отказываетесь меня отпускать? О, конечно же нет, мисс. Я вовсе не намерен злоупотреблять своим положением. Тем не менее, сначала вам надо будет пройти ряд тестов, которые должны продемонстрировать ваше выздоровление.
Прошу, садитесь. На электрический стул? Нет, спасибо. Я... сюда? Да-да, не бойтесь. Так, ты свои зубы видел? Как тебе не бояться-то? А... чувствую, здесь будет жуть твориться. Я только что видел браслеты и пальцы. Не беспокойтесь о браслетах. Это простая формальность, часть плана лечения, составленного доктором Ефимовой, начальницей отделения. Итак, можно начинать. Я уже столько... Назовите, пожалуйста, видел, да? Ваше имя, фамилию, возраст и место рождения. Да нам что, секрет, что ли? Меня зовут Кейт Уокер. Я родилась в Нью-Йорке, и мне 29 лет. Хорошо, хорошо, мисс. Прибор пока что подтверждает ваши слова. Вы тут используете детектор лжи? Обычная процедура. Прошу, не волнуйтесь. Лучше расскажите о своих близких. Вы с ними в хороших отношениях? Ты, может, меня еще укол сделаешь какой-нибудь? Мне повторить вопрос? Зайди в задницу. Нет, я с ними не общаюсь. Я давно не говорила с мамой. А мой бывший жених ушел к моей лучшей подруге. Вы погрузились в хаос и анархию, мисс Уокер. Эта склонность к беспорядку связана с Гансом Форальбергом и Оскаром. Вы постоянно говорили о них, пока были в бреду. Нет, это все твои ногти. И они просто убивают. Ответьте, пожалуйста. Да и нас лучше, и мне плевать. Оскар был автоматоном, но особенным. Очень непростым. Иногда, понимаете, мне казалось, что он почти живой. Его создал Ганс Форальберг. Ганс был гением, последним в династии производителей точных механизмов. Мы вместе путешествовали и попали на небольшой остров в Сибирию. Ганс знал, что там осталось стадо мамонтов, выживших с доисторических времен. Ганс был одержим мамонтами. Мамонты? Подумать только. Согласна, поверить трудно, но уверяю вас, доктор, это все правда. Признаюсь, меня интересует тот факт, мисс Уокер, что в своих путешествиях вы контактировали с народом юколов, с кочевниками, которые принесли вас в Альсамбор. Как вам кажется, чего нам стоит ждать от этого примитивного племени, дикарей, которые не признают законы, границы и цивилизацию? Но это другой народ. Ясно дело, что им ваши законы не всегда понятны. Ответьте, пожалуйста. Я думаю, доктор, что юколы живут в гармонии с природой, временем и пространством. У них нет повода изменять свой образ жизни. Вот отличный пример типичного американского идеализма. Возможно, вам следует немедленно вернуться в Нью-Йорк. Я уверен, ваши блестящие идеи найдут там должное признание. А, я так понял, ты хочешь их подавить, да? Я не буду с тобой разговаривать, ты мне не нравишься. И твои ногти, и твои текстуры. Понимаю. То, как вы молчите, уже является ответом, мисс Уокер. Какой ты проницательный. Значит, вы хотите продолжить ваше путешествие. Опасное предприятие без цели и смысла. Какая жалость. У вас ведь было блестящее будущее в Нью-Йорке. Это не вам решать, доктор. Полагаю... наша беседа убедила вас, что мои травмы не оставили психических последствий. Поэтому я хотела бы немедленно выписаться. Конечно, конечно. Прошу, успокойтесь, мисс Уокер. Простите, но я не привыкла к подобным допросам. Несколько лет назад я допрашивал бы вас по-другому, мисс Уокер. Должен признать, я иногда скучаю по старым добрым традиционным методам. То есть никакой ты не доктор? Вы один из последних представителей исчезающего мира, мисс Уокер. Мира беспорядка, по которому никто не будет скучать. Слушай, ты... этот ключ, как вы, не структурирован, не управляем. Если сможете покинуть этот этаж с его помощью, то докажете, что вылечились окончательно. Что за приколы вообще? Перед уходом я хотела бы забрать свои вещи.
Они вон там. Ну, спасибо, а то в одной кофточке зимой не очень классно. А что они у тебя делают на столе? Слушай, как ты мне не нравишься, ты не представляешь. Так, а что здесь у тебя? Ой. Выйди. Обернитесь. Я бы выставил вообще вон. А там зеркало, да, еще. Жуть какая. О, так уже лучше. Во-первых, мы знаем, ну, она не знает, что нас должны задержать. Задание — это буковка О, да? Хорошо. Ну, это можно колесико нажимать, так будет удобнее. Все, до свидания, человек. Я бы хотел смотреть наш предмет новый. Ключ от выхода смотреть. Интересно. Кнопочка, чуть за кнопочка. Это какой-то кальмар. Интересно. Чё-то никаких... А, во. Чей больной разум выдумал такое? Вообще, как можно было... Ганс Форальберг. Форальберг даже просто как-то на слух приятнее звучит. Как и в предыдущих играх. Форальберг, блин. Поговорю-ка я с нашим другом. Нам нужно найти выход. Сейчас я ему сообщу, что вас здесь не любят, и тебе пора валить. Даже на одной ноге. Такс. Корк? Слышишь меня? Надежды нет. Ну что же, пусть пока поспит. Надежды нет. Это что за... Вот лучше бы пусть перевели как в субтитрах, бесполезно, и не разбудить типа того, ну что это за... О, я этого что-то не заметил. Сова! Там... Где мышка? Мышка такого цвета, блин. Полагаю, это лагерь племени Курка. Что здесь делает сова? Как минимум сидит. Вообще, как можно было сделать курсор в цвет, блин, основных цветов, ну, не знаю. Это, видимо, Вальсимбор. Город, о котором говорил Курк. А что-нибудь еще? Вроде ничего не видно. Хорошо. Думаю, здесь особо ничего не будет пока что. Ладно, пойдем к лифту. Посмотрим. Кстати, надо с фонтаном тоже посмотреть, как работает все. Чё ты задумалась? Лифт на выход. Ну и как мне его открыть? Ну вот типа ключик. Ой. А я не могу как-то взаимодействовать с этим? Во. Да, давай. Немножко не подходит, да? Не в ту сторону немножко. Вот, вот так. Я, кстати, не понимаю, как я этим сейчас управляю, по какому принципу. Но это как... А, вот сюда. А, вот оно. Все, понял. Тогда это нет ничего сложного. Просто это чертовски неудобно, буду честен. Mm.
Музыка прям... Вот музыка балдёж просто. Ну и всё. Ну это, конечно, жёсткий замок. Нафиг тебе, да? Ой. В чём дело, мисс Уокер? Я не понимаю. Ключ. Он не открывает. Я вас предупреждал. Вы еще не настолько поправились, чтобы вас выпускать. Обманка. Ну что? Ну как странный вопрос. Ваше психическое здоровье оставляет желать лучшего. Твои зубы тоже. Нет, ваш чертов ключ просто сломан. Может, наши ключи и старые, признаю. Но они никогда раньше не подводили. Все бывает в первый раз. Вы же видите, что я смогла использовать ключ, и что я выздоровела. Я имею право уйти. Невозможно, мисс Уокер. Правило простое. Покинуть этаж могут только пациенты, сумевшие открыть дверь. Угу. Ну, значит, открою по-своему. Что ж, раз вы мне не помогаете, я хочу поговорить с вашим начальством, доктором Ефимовой. Вы сможете это сделать, когда она придет на ежедневный обход. Но не рассчитывайте, что я стану ее беспокоить до этого. Понятно, что дело в ключе. Надо узнать историю вопроса. Боже мой. Чувак, ты немножко сломан. Ну ладно. Забьем. Ну, что-то первый уровень даже как-то не особо отполирован. Нет, иди. Молодец. Так, ребятки. Баранур? Что за Баранур? Место такое. Чертова дыра. Вы расскажете мне, Антон? Это все, что я могу сказать, Кейт Уокер. Не хочу вспоминать. Тогда я вас покину. До свидания. Ребятки, до встречи, Кейт Уокер. Да, до встречи. Ребят, ну вы меня убиваете, конечно. Тикс. Пока он тут обход делает, мы, пожалуй, что-нибудь своруем. Прежде всего, надо бы исследовать ключ. Ну, давай исследуем. Ну, как ты это хочешь сделать, интересно? Я уже знаю, что тут все работает. Проверим ключ. Отверстие. Похоже, из ключа что-то вынули. Я не сомневаюсь. Мой ключ испорчен нарочно. Чтобы его исправить, мне нужно найти неповрежденную копию. Ну это только здесь. Наверняка. Угу. Откуда он, кстати, достал свой ключик? А этот там ход устраивает, его типа отвлечь нужно. Ой. Хорошо. Ё, даже так. Это будет очень неудобно, я чувствую. Наша клиника. Чего наша клиника? Медицинский осмотр каждый год, гарантия здоровья. Конечно. Блин, увеличить бы это. Предлагают различные методы лечения зависимости. В зависимости, видимо, от работы. Есть момент, когда станет слишком поздно просить о помощи.
Вот он. Оригинальный предмет датируется 15 веком. Ключ с гербом князя Вальсембора. Строители первого обитателя крепости. Тут же располагается наша клиника. Фига себе. И вот эти три подопытных. Ну, слишком... А можно как-то приблизить? Алло. Ну, вот. Кстати. Может, так надо сделать? А мне-то только это шестеренки. Понятно. Судя по схеме, тут не хватает шпильки. Нужно это как-то исправить. Но как это сделать здесь? А в чем смысл-то этой шпильки, интересно? Забирай. Звук такой, как будто монетку собрала. Я бесстрашный, я глупый, я буду у него все осматривать. Да, блин. Я думаю, эту шпильку можно в птицах найти. Ключик, я так понял, висит на шее у того чувачка. У этих братьев-шахматистов. Мальчик с драконом. Ты тоже видела мамонтов? Да. Скажи персоналу, они тогда мне поверят. А драконов тоже видела? А тут была книга, не помню. Здрасте, я пожалуй. Будьте благоразумны, мисс Уокер. Я уверен, что благодаря нашему лечению уже через несколько месяцев вы будете полностью здоровы и сможете покинуть клинику в прекрасном состоянии. У меня Свет, нет страховки. Ветер, жар, я все еще это чувствую. Мне нельзя сдержать. Мне каждую ночь это снится. Вот это нерабочая птица, ее надо... А нет, рабочая. Какие красивые птицы в вольере. Матушка была бы рада. Она так любит птиц. Всегда любила. И всегда будет. Мне показалось, что здесь проход, но нет. Птицы-автоматоны? Ну да. Ой. Давайте мысль накину. Нет, ну это бесполезно. Невозможно. Ну уж прям-таки невозможно. Хочу смотреть сердце. Интересно. Прикольненько. Все, что осталось от дорогого Оскара. Дорогой Оскар. Все, что осталось от дорогого Оскара. Прикольное сердечко. Блин, неудобно. На геймпаде я бы не стал. Ну, такая игра все-таки, не знаю. Кстати. Да вы никуда хотите, ё-моё. Сейчас мы с вами разберемся. Может, Курок уже проснулся, потому что эти ребятки, походу, вообще не активны. В каком виде? Ты уже вроде проснулся. Как дела, Кейт Уокер? Скоро ты выпишешься? Боюсь, что нет. Ты вроде расстроена. Что такое? Мне дали какой-то ключ, которым надо открыть дверь, чтобы выйти отсюда. Тест такой, понимаешь? Тест я прошла, но ключ все равно не работает. А когда я сравнила его с оригиналом, стало ясно, что он испорчен. Мне кажется, что нас тут пытаются удержать любыми способами, Курк. Против нашей воли. Это серьезное обвинение. Ты уверена? Ну, как бы доказательства есть, но... Что такое, Кейт Уокер? Ой, какой громкий ты. Все сходится. Сначала ключ, который не отпирает, потом койка, к которой ты привязан и ждешь протеза, которого нет.
Вообще, я сильно ослабел с тех пор, как меня стала лечить мадам Ольга. Она говорит, все нормально, говорит, временные побочные эффекты. Нам надо выбираться, Курк. К сожалению, я не смогу вынести долгую миграцию страусов без механической ноги, Кейт Уокер. А вот ты можешь и уйти. Могу, но... Но как? Покажи мне модель ключа, о котором говорила. Достать. Разве у тебя не было модели с собой? Да подожди ты, я разбираюсь с управлением. Вместо этого покажи мне модель ключа, пожалуйста. Модель ключа. Вместо этого покажи мне модель ключа, пожалуйста. Друг мой, я что-то не понял, что тебе надо. Вот так, ладно. Так я и думал. С помощью модели кузнец моего племени сможет сделать твой ключ. Если, конечно, ты сможешь ему ее отправить. Вряд ли у них тут есть курьеры. Савунья. Выйди на балкон комнаты, там рядом гонец от нашего шамана. Через него я общаюсь со своим народом. Можешь отдать ему ключ, он отнесет его кузнецу. Ясно. Спасибо, Курк. Хорошо. А пока он это будет нести, мы чем будем заниматься? Пока там кузнец будет ремонтировать ключик. Это будет просто катсцена какая-нибудь? Эй, я тут! Сюда, сюда! Она по-английски явно не понимает. На... Как ее подзывать, Курк? На каком юкольском диалекте? Насчет птицы, Курк. Я что-то не так делаю. Она ко мне не летит. Ну еще бы. Да, сова старая, соображает туго. Ты пыталась заманить ее на балкон? Нет. Я не знаю, как это делается. Огляди двор, Кейт Уокер. Там может найтись что-то, что заинтересует птицу. Точно. Я попробую. Спасибо за помощь, Курк. Что-то, что заинтересует птицу. Ну, как минимум, еда какая-нибудь, не знаю. Что-то не могу ничего вспомнить. А этот все там ходит. Человек одноклеточный. Мне кажется, там была таблетка. О. Слушайте, а ты же был в брошюрке. Да. Антон опять посреди игры заснул. Бестолочь. Хорошо, я пойду у него ключ заберу как раз. Антошка. Антошка. О, вот, Антон. Мне нужен ваш ключик, пожалуйста. Он даже не проснулся. Думал, придется ножом срезать. Слушай, друг, это было очень просто, ты знаешь. Кстати, может, шахматы можно забрать? Все стырить как. Обшмонать вас как, не знаю, ну что. А, там же автоматические птицы. Наверняка у них в клетке есть корм для птиц. Ну, больные же все-таки, поэтому там автоматы. Они могут все что угодно накидать, но наверняка там среди всего этого фигни должен находиться нормальный корм. Птички. Че ты постоянно дергаешься так резко? Ё-моё, ну, мне очень стыдно, не знаю, за эту игру стало. Да, подождите еще. Да, блин, вечно путаю. Фикс. Хотя он как-то вообще не подходит по стилю. Такой это должен быть такой, знаете, навесной замок старый. Таким ключиком отпираться. Здрасте. Здрасте. Не пугайся. Взял, оторвал птицу. Нормально. Можно, мне нужен какой-нибудь корм, не знаю. Или птицы и птицу приманивать. Давайте осмотрим. Смотреть, троечка. Чтобы завести, достаточно повернуть ключ. Ну да, ожидаемо. Ладно, попробуем. Это, конечно, тупая идея. Как это сову привлечет?
Я бы скорее там, не знаю, какой-нибудь мышкой дохлой привлек бы внимание или что-то подобное. Ну, все-таки сова. Или сова Саверозни кого-то привлекает механические модельки. Да, блин. Надо было бы все-таки, наверное, на геймпаде играть. Что мне с ней делать, интересно? Чтобы завести, достаточно повернуть ключ. Не хочешь повернуть? Видимо, нет. Давай ножом ей. Нож, хочешь нож? Ну, сердце Оскара это... О, точно, увидел. Вот оно. Интересный метод. Что с ее глазами сейчас было? А, ты где сидишь-то? Какая-то ты угловатая. Подружку нашла себе. Ты уверен, что она доставит куда надо? Быстро за работу. Час спустя. Или, наверное, день. Ух ты, как все плохо-то, а то посмотрите. Не знаю, это может проблема его разрешения, потому что сова улетела с ключом, Курк. Хорошо, Кейт Уокер. Теперь нам надо... А, усыплять его. Курк. Сломай эту штуку быстро. Что такое? Лекарство. Доктор... Ольги! Ух ты, ё. Курк, Курк, слышишь меня? Очнись! Полно. Не стоит беспокоиться, мисс Уокер. Ты еще более жуткая, вы знаете, мадам Ольга? Вы доктор Ефимова, верно? Мы ждали вашего пробуждения лишь через несколько дней, мисс Уокер. Удивительный случай. Очень. Узнай я об этом раньше, я бы сразу пришла, чтобы помочь вам вернуться в реальный мир. В отличие от бедняги Курка, я здорова. Я в порядке, спасибо. Потеря чувств – это неизбежный побочный эффект лечения, мисс Уокер. Каких чувств? И только. В медицине нужно следовать плану лечения, несмотря на подобные неудобства. Ну, конечно. И жуткая механическая койка, где бедный мальчик ждет протеза. Это тоже часть плана лечения. И нелепый допрос, который мне устроили, полагаю, из той же оперы. А, ну, понятно. Судя по всему, у вас развилась паранойя на фоне выхода из комы. Кит. Когда будет возможность, я вас осмотрю, но пока что я вынуждена просить вас уйти. Мне надо продолжить лечение вашего юного друга. Так, ну мы не можем сейчас что-либо сделать. Вы меня... Да. Ладно, понял я. Я ухожу. Надеюсь, ваши методы ему помогут. Конечно. Разве здесь может быть как-то иначе, мисс Уокер? Какие вы все тут жуткие, а? Концлагерь какой-то. Тут мы уже ничего не можем сделать, иначе и тебя бы усыпили, как бы он? Ничего не помогли. Бы ваш никак. Юный друг хорошо реагирует на лечение. Все нормально, он отдыхает. Что ж, до свидания, доктор. Я навещу вас очень скоро, мисс Уокер. Не беспокойтесь. Я попытаюсь пораньше сбежать.
Я заходим, а там у него пена изо рта идет, да? Иначе бы ты вот начала сопротивляться, еще бы тебя усыпили бы, еще вот к этой херне страшной привязали. Как ты вообще здесь спала? Что же ему вколола эта шарлатанка? Хрен его знает. Это надо за ней проследовать. Вон сколько здесь. Лек. Это коллег. Лекар. Лекарс? Типа лекарство? Псовунь, это уже все, спасибо. Какой быстрый кузнец-то, а? Я бы тебя покормил, но, к сожалению, нечем. Кейт-покер! Курк! Ты как? Боюсь, плохо. Как тебе можно помочь? Так не может продолжаться, Курк. Как тебя отсюда вытащить? Лучше, Кейт-покер, тебе идти одной. А если ты и вправду хочешь мне помочь, сходи в Эльсимбор и попробуй забрать мой протез. Если ты принесешь его мне, доктор Замятин его наденет, и я смогу вернуться к племени. Что такое? А доктору Замятину можно верить? Его клиника выглядит сомнительно. Он всегда был другом Юколов. Я уверен, он поможет тебе выйти и найти мастера в Альсимборе. Хорошо. Я обещаю, что вернусь с твоим протезом, Курк. А ты пока будь здесь. Спасибо, Кейт-покер. Да помогут тебе духи. Хорошо. Да не надо в позу становиться. Ты и так знаешь, что надо сделать. Но... Пока-пока, дурдом. Ну вот, в соответствии с протоколом получено достижение. Думаю, на этом все для первого взгляда, для первой части нашего прохождения, потому что я хочу пройти эту игру. На сегодня достаточно. Увидимся завтра. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если нет, дизлайки, это без разницы. На ваше усмотрение. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.